7 яшымдан қошық күйләшіні башлыганман. Мен қошық күйләшіні жүдәйін яшы көрәмән. Альмина – моя и сестренка, и ученица. Она очень милая, доброжелательная, старательная, активная. Менге ылыша конкурсы жүдәйім яқты. Мені ортақларым телевизордан көріп, жүдәйім форсан болышты. В районных конкурсах была, победила. А в областных тоже победила. На «Голос» ее пригласили, на «Голосе» была. Теперь вот Юлдышча выступила вот 3 тура. Пока все хорошо получается. И надеемся на лучшее, еще на лучшее будущее, конечно. Меня ортакларым жүдәйім көп. Мен мактапта алочы болып оқиман, ва мусиқа мактаптайым алочы қызман. Я уверена, что Аниночка добьется успехов в будущем. Я думаю, что она пробьется и выиграет этот конкурс. Я очень на это надеюсь. И я тоже, как учитель, буду голосовать за нее, буду держать за нее кулачки. В будущем я верю, что она станет народной певицей Узбекистана. Мы будем очень рады, если у нее что-то получится в будущем. Большое будущее, конечно, ждем, ожидаем, потому что она очень талантливая и старается, и получается. Мен келечекте Райханага оқшап, қошықчы болмақчыман, ва башқаларга ям омат тілейман. On a vivant un corps d'effort, on a la voix d'un corps.
Ададжион. Вот у нас за жест, пасемо, пасемо, краше сухтусы к блескам на лафюцю, о презон. Танышлары болсам, демек, иштиракчыларыбыз Махмудова Амина, хамда Лилия Фатхулина. Замечательная песня, но нелегкая песня, по-моему, я думаю. Конкурс. Девочки. Да, конечно. Расскажите, пожалуйста, Лилия, про что эта песня? Песня на французском языке «Je crois encore», что в переводе «Я в это верю». Каждый участник, каждый человек, который исполняет данную песню, он сам вкладывает свой смысл в эту песню. Я думаю, у Амины есть свой смысл, который она вложила сегодня. Легко было эту песню исполнять или вообще выучить? Ну, немного трудностей было, но мы справились. Ана енді хакемлерімізге мұражат қыламыз, албатта. Очень трудную вы песню взяли, ребят. На самом деле, вот тот момент вступления очень сложный. Там действительно, там и певцу с крепким слухом тоже очень сложно в этот контрапункт влиться и поймать тон. Но случилось то, что случилось. Очень много было фальшивых нот. Ну, давайте я просто скажу, что я поставлю вам 8. Спасибо. Оценка. Спасибо. 8. Мунаджат Йорчиева. Мен назарымда бу хазыр ансамбл дуэт чыкмады. Амина хан кызымызды овазы жүді хам чырали, гөзел. Узем гөзел, узы асал, сахнада йонады. Ойлеймен ке келерджекді, яхшы бір хананда болып етішады. Хақиқи сахна юлдызы болады, ойлеймен. Лекен бүгінгі ижрамыз азген қанықмады, ұша пардалар етмады, ұша теманы чырали қылып, еткізі бер алмагады үшін, мәні бақайым сал пасыра болады. Шын үшін мән сізге бүгін етті қойепмен. Faqat xabob bo'lmay qizim, xo'p. Ovozbek, marhamat. Menga Aminichkaning ovozi juda ham yoqadi. O'tgan bosqichda ham eshitdik. Faqat bugun bitta katta kamchilik, o'zini kuchiga yarasha qo'shiq tanlanmagani. Agar mana shu go'zal qizimiz, go'zal ovozli qizimizni o'zini ovoziga munosib qo'shiq tanlanganda, men o'ylaymanki, bugun bu juda ham yuqori balla olishi mumkin edi. Shuning uchun men Aminichkaga omad tilayman kelgusida. Hech qachon никогда не нужно унывать. У тебя будущее будет настоящим, потому что у тебя красивый голос, ты музыкальная, ты двигаешься на сцене, все нормально. Сегодняшний мой балл 8. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Гульсана Мамазоитова. Катта рахмат ижро учун. Учинчи тургача етип келишти ўзи, дайти до этого тура, до третьего тура, это уже что-то. Я хочу вам пожелать удачи. Я вам ставлю 8 баллов. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Принцесса наша, у тебя прекрасное будущее. Поздравляем, вот эти аплодисменты для тебя, для вас. Спасибо. Спасибо.